Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арктика» – это название скоро будет знакомо всем. В минувшую субботу он распахнул свои двери для любителей спорта. Начинаем? Ну, приготовились? 3, 4. Это первый крытый каток в городе Видное. Он строился чуть больше года. Его общая площадь – около 6000 квадратных метров. Это современнейший, надо сказать, очень высокотехнологичный и комфортабельный с точки зрения спортивного объекта сооружение. Убежден, что теперь инфраструктура нашего города, Видное, Ленинского района, стала еще на порядок выше с появлением этого спорткомплекса. Этот ледовый каток поистине ледовый дворец. Большой тренажерный зал, зал единоборств, ледовая арена, просторные раздевалки, множество вспомогательных помещений, комментаторские залы, тренерские, кафе для посетителей. Каток понравился. Хороший, хорошо кататься на нем. Вот. Ну, все понравилось. Удобно тут. Раздевалки хорошие. Уже на следующий день после открытия здесь готовы проводить первые тренировки. Мы надеемся, и это будет наша просьба такая, в районе сделать серьезную хоккейную школу детскую. Мы надеемся, что в будущем здесь откроется детско-юношеская спортивная школа, за которой нужно, то есть, чтобы дети у нас росли, не то, что вот ездили там в Русь, там в Пингвиновцы, чтобы здесь-то и создавалась потом своя как бы команда мастеров. Так что 22 декабря можно назвать не только днем открытия Ледового дворца в городе Видное, но и днем рождения новых спортивных имен в хоккее и фигурном катании в Ленинском районе. Кто знает, может быть, спустя десятилетия они станут такими же известными спортсменами, как видновские мотоболисты. Команда «Металлург» получила в этот день ключи от нового автобуса. Глава района отметил, что новый транспорт комфортабельный и просторный. Поместятся и спортсмены, и мотоциклы. На что мотоболисты ответили, что здесь хватит места и для новых кубков. Елена Бабина, Константин Брылов, Наталья Буслаева, Видное ТВ.